Здравствуйте, дорогие телезрители! Вас приветствует Павел Медянцев. И в сегодняшней передаче мы с вами поговорим об особенностях подводной охоты в весенний период. Водоемы наши, водоразделы освобождаются ото льда, и истосковавшееся сердце подвоха и засохшие жабры выгоняют его из дома. Подводный охотник, его возможности лимитируются именно прозрачностью воды. Так вот, в весенний период, к сожалению, вода не является показательно прозрачной, то есть в сравнении с осенью, конечно же, оставляет желать лучшего. Вот наша снаряга, так сказать, то есть снаряжение. Что это? Это гермомешок со всем необходимым для погружения. Это ружье. Внутри у нас есть фонарь для подводной охоты. Термос. Гидрокостюм. Ласты. Шампунь. Бокс, в котором находятся маски. И сюда же, чтобы не терялось, я кладу заряжалку. Носки. Носки у меня девятка, перчатки. Перчатки у меня семерка. Более оптимально рукава заложить в шлем, дабы из них не выливалась потом вода. И загибаем вот таким образом нижнюю часть, закидываем наверх. Это первое движение. Шампуня нужно наливать немного. Кипяток плохо влияет на неопрыт. Таким образом сделали, положили ружье и можно одеваться спокойно дальше.